когда моя кошка подпирает свой подбородок лапой вот таким вот образом, то хочется предположить, что в это время она думает о высоком, например, о литературе. Попробую озвучить ее предполагаемое размышление. Весна пришла, а на улице до сих пор мороз. Не прогуляешься нормально. Хочется новых ощущений, солнца, тепла. Как там у Фета? Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся и весенней полон жаждой. Рассказать, что с той же страстью, как вчера пришел я снова, что душа все так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. А может быть, в это время она думает о фильме, который мы недавно посмотрели, например, «Отверженная» по Виктору Гюго, и думает, чем закончится история Жана Вальжана, главного героя романа «Отверженная», и, посмотрев до конца, удовлетворяет свое любопытство. Возможно, у нее философские размышления. Например, что раньше появилось, яйцо или курица? Но мне кажется, что она предположит, что яйцо, так как это ее любимое лакомство.